На опушке леса найдена маленькая девочка, бредущая босиком с руками, покрытыми кровью. И это не ее кровь. С того момента она не сказала ни слова. А однажды, открыв детскую сказку, девочка страшно испугалась, увидев там рисунок волка. Что будет, когда ребенок заговорит? Читайте криминальный роман «Потеряшка» в серии «Detected. Тайна, покорившая мир».